еще такой комплимент Йокеричу сделали судьи. Вынесли вбрасывание в центральный сектор. Вообще, к тому офсайду можно было спокойно там относиться как к умышленному. Ну, лайнсмены докричались. Тут, будем учитывать то, что, может, русские не понимают. Не все понимают, да, что там. Что... Хотя, ну, тут же язык один. О, Бакаш с острого угла. 4-1. Ну, это все, приговор. Давно было понятно, что Спартак сегодня выиграл. Лично мне. Ну, по крайней мере, были вопросы все равно. Кое-какие. В начале третьего периода, да. Но все равно могли использовать свои моменты. Вот Мартин если Бакаш, бы я думаю, надо... использовали, вот тогда другой раз. Надо ему подъехать к своему вратарю. Он это обязательно после матча сделает, да. Заброшенная шайба. В большинстве показал он, что будет отдавать передачу. Алекс Грант здесь пытался, да, ее перехватить. Так вот возвращается сначала в ворота, чтобы не бросал, а потом с нулевого угла практически. В игровых условиях здесь ничего сложного нет. Притормозил Мартин Бакаш и его дубль сегодняшней встречи. Потому что именно счет 2-0 на 11-й минуте первого периода именно этот товарищ сделал.